вами Артур, и сегодня в ремонте Subaru Forester. Будем делать кузов довольно-таки такой долгострой. Как видите, правый бок весь поврежден. Также крыша, капот, бампера уже не было, фары выбиты. В общем, практически живого места нету. Вот задняя крышка, крыло и дверь целые. Остальное все придется ремонтировать. Капот меняется, крылья тоже. Ну что, начинаем ремонт. Для начала я все разобрал. Все, что мне мешало, спереди снял. Салон. Панель. И начинаю ремонт с крыши. We'll be right back.
Итак, ремонт крыши идет к завершению. Осталось примерить стекло, люк. И при примерке стекла, как видите, неровный зазор. И немного крыша здесь выступает. Корректирую эти недостатки с помощью домкратов. И проем стекла на месте. Примеряю стекло, люк. Ну и тут вроде бы все зашибись. И работа с крышей закончена. Теперь приступаю к ремонту двери. Чтоб не париться и не ломать глаза, делаю проявочку колодочкой. И зачищаю поврежденные места для дальнейших работ. Дверь ремонтирую при помощи споттера. Итак, финишные штрихи ремонта рубанком. И эта дверь тоже уже готова. Теперь буду ремонтировать правый бок. Сначала буду делать заднюю дверь. А потом по этой двери сделаю заднее крыло. Опять же делаю проявочку. И при помощи споттера ремонтирую заднюю дверь. О, задняя дверь готова. Прикручивается. И теперь можно делать заднее крыло. Заднее крыло тоже, конечно, при помощи споттера. Итак, ремонт крыла и задней двери закончены. И теперь я почему-то решил сделать перед машиной вот такие вот красивые лонжероны здесь. Точнее, можно сказать, в основном только правый. Телевизор погнутый. Но практически все это буду равнять. Для начала я высверливаю телевизор и затем оттягиваю лонжерон. Он сильно прижат к двигателю и с ним неудобно работать. Ну и не забываю, конечно, про измерения. Чем больше измерений, тем круче финишный результат. Теперь вот этот заломчик мне надо убрать, и потом буду отсверливать все. Итак, отсверливаю остальные части. Thank you.
Итак, вот так вот выглядит сейчас машина для дальнейшей работы. Мелочи всякие равняю на столе. От лонжеронов, телевизор и все такое. Ну вот, отровнял. И это все надо будет потом сварить. Этот кусок лонжерона отровнять не получается. Слишком толстый металл, слишком большие повреждения. Решил выгнуть этот кончик лонжерона на своем гибочном станке. Естественно, будут еще выгнуты дополнительные усиления лонжерона. Так металл здесь чуть-чуть тоньше, чем сам лонжерон. И чтобы был пожестче лонжерон, придется вводить дополнительные усиления. Ну вот, кончик практически готов. Примеряю. И по линеечке делаю небольшие прихватки. После того, когда мне кажется, что все стоит нормально, ровно, по стыку провариваю остальное. В этом деле главное не спешить. Ну вот, приварил. Сейчас положу здесь кусок металла для усиления. И потом по всему лонжерону тоже. Вот сейчас здесь еще одну накладку. Но сначала примерю оригинальную часть. Загрунтую, чтоб меньше ржавело. И привариваю дополнительное усиление. Ну а затем остальные части лонжерона, которые я отровнял. Ну вот. Сварено дальше стыка. Приварена оригинальная часть лонжерона. И сейчас буду сваривать всякие мелкие детальки. Сварил лонжерон, сейчас измеряю все расстояния, диагонали, и если надо, дотягиваю, потому что без правого лонжерона нормально измерить я не мог. Вот. Тяну, измеряю, спускаю, так пока не выйдет нужный размер. Итак, после последних измерений, как бы уже похоже на то, что мне нужно, еще дотягиваю, ну и сейчас все окей. Ну и теперь равняю и свариваю телевизор, как еще можно сказать, держатель радиатора.
Итак, телевизор как бы на месте. И теперь мне осталось отравнять переднюю правую дверь. Начинаю я на снятой двери. То есть то, что можно отравнять на снятой. Отравняю и затем поставлю на машину и с поттером восстановим и эту дверь. Итак, передняя дверь отравлена, телевизор приварен, сейчас можно уже и примерять все остальные части переда, то есть крылья, капот, фары, бампер. Если все нормально, то можно будет отдавать покраску. Итак, детали примерил, все стоит пучком. Теперь можно готовить и на покраску. Разбираю, грунтую, шпаклюю, крашу, собираю, полирую. И вот результат моих нелегких и долгих работ. Ну вот, пожалуй, и все. С вами был Артур. Подписывайтесь
на новые видео. Пока!